Добро пожаловать в нашу студию Дагаякши в Берлине. Тофик мэм, мы сейчас прям вот вернулись со встречи с господином Вольфгангом Ишингером, председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Я думаю, что наши зрители помнят, что в прошлом году, еще до войны, до Второй Карабахской войны, Ишингер организовал встречу публичную на сцене между президентом Ильхам Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Все ее запомнили, я думаю, это была очень интересная беседа, такая открытая. Произошла война, прошел год. Сегодня вот мы встретились с господином Ишингером. Я хочу, чтобы вы рассказали ваши впечатления об этой встрече. Прежде всего, я хотел бы, чтобы мы уточнили статус этой встречи, потому что в данном случае мы все выступали в качестве, так сказать, представителей общественности, поэтому это так называемый second track, то есть возможный. Ведь в чем специфика нынешней ситуации в конфликте, да, или вот постконфликтном этапе? Дело в том, что государства, когда мирятся между собой, есть уже апробированные такие вот сценарии этого примирения, это определенные соглашения достигаются, подписываются и принимаются какие-то обязательства друг на друга, и в рамках этих обязательств как бы выстраивается постконфликтное взаимодействие. Но дело в том, что наш конфликт, да и многие конфликты на постсоветском пространстве имеют такую специфику, что они начинались до распада Советского Союза и до того, как и Армения, и Азербайджан, и многие другие страны, которые имеют похожие конфликты, они стали субъектами международного права. И поэтому эти конфликты больше были этническими, межэтническими конфликтами. И в рамках этих межэтнических конфликтов произошло много того, что затронуло чувства многих людей. Многие люди понесли потери не только во время прошлогодних военных действий и до этого. Многие сотни тысяч людей потеряли свои дома. Например, после оккупации территории, только по данным UNHCR, Международного комиссара по делам беженцев, внутренних переселенцев в Азербайджане в 1994 году насчитывалось 857 тысяч. Какие-то цифры существуют у армянской стороны. Просто я хочу сказать и подчеркнуть этим, что этот конфликт затронул чувства и многих людей. И поэтому примирить вот эти два общества, два народа, это более сложная задача порой, чем примирить два государства. И этот процесс обязательно должен произойти. Потому что давайте вспомним, какие в истории были случаи, их огромное множество. Вот сегодня мы в Германии, да, вот в Германии были в ее истории многовековые, скажем, какие-то противоречия со своими соседями. Там вспомнить можно и Францию, и другие. А сейчас в Европе другая ситуация, все люди приветливые. Так сказать, какой-то алгоритм такой вот приветливости он ощущается. Исходя из этого, мы должны понимать, что примирение обществ – это не менее важная задача, чем разработка каких-то соглашений. Вот. И поэтому second track приобретает очень важное значение. Поэтому я с большим удовольствием согласился поучаствовать в вашей инициативе, вот, воссоздать, как бы, поискать возможности, найти контактеров с другой стороны, чтобы эти люди как-то встречались между собой, искали какие-то точки
в рамках которых можно выстраивать вот эту вот модель примирения. Она, не думаю, что она может быть достигнута в результате какой-то одной-двух встреч, одного или двух направлений. Это многоплановая работа. И важно, что и международные структуры, такие влиятельные, как руководство Мюнхенской конференции безопасности, тоже готовы оказывать содействие вот в рамках и официального, и первого трака, да, и в рамках вот второго вот выстраивания вот этих отношений между двумя обществами. Эту дорогу надо пройти. Обид много с двух сторон, но другого пути просто нет. И ваша попытка создать и активизировать вот это направление, конечно, мы знаем, что много очень государственных, негосударственных структур пытается активизировать это. Поэтому ваша попытка, я считаю, очень важна. И важно, чтобы вы получили поддержку вот такого высокого уровня, потому что эта конференция номер один по вопросам европейской безопасности. И, откровенно говоря, в беседе с господином Ишингером я был приятно удивлен его готовностью оказывать содействие. Собственно, он об этом скажет, наверное, в своем твиттере, да, аккаунте. Потом краткое интервью было. В общем, мне кажется, это очень хорошее событие, хорошее начало. Завтра мы продолжим нашу работу уже с представителем из Армении, да, и постараемся вот в этом духе взаимопонимания создать что-то полезное для того, чтобы сделать невозможным в будущем гибель людей, трагедии, и постараться хоть что-то сделать для мира. Спасибо, Тофик Мальм, за ваши добрые слова в мой адрес, в адрес нашей организации, которая только-только начинает и пытается наладить какие-то мосты с армянским обществом. Я тоже считаю, что у нас нет другого пути, то есть мы соседи. Иногда людям кажется, что это ненависть, это все навсегда, но это было у всех стран. Мы не являемся в этом уникальными, да, то есть вы сказали, и Франция, Германия, и Германия, Англия, то есть все эти страны столько, как сказать, столько крови пролилось, да, но сегодня здесь нет границ, все хорошо. Я уверен, что у нас тоже так будет. Тофик Мальм, но я хочу задать вам такой вопрос, да, и специально, это хорошо, что мы говорим на русском, потому что я думаю, что, надеюсь, что нас и в Армении будут слушать, и в России, и на всем русскоязычном пространстве. У меня такой вопрос, как вы можете объяснить, да, как вы видите именно выгоду, которую может принести и Армении, и Азербайджану открытие всех коммуникаций между Арменией, Турцией, Арменией и Азербайджаном, налаживание диалога и вообще нормализация отношений, да, то есть какая экономическая, какая политическая выгода, да, и для Азербайджана, и для Армении будет из этого. Вот как вы можете это объяснить для наших слушателей? Вы знаете, когда мы с вами говорим о примирении, это не означает, что кто-то должен забыть что-то. Потому что многое из того, что произошло, забыть нельзя. Но это не значит, что мы не должны смотреть вперед. Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что ваша инициатива не предполагает какого-то там, я не знаю, что-то наподобие там, я не знаю, кота Леопольда, давайте жить дружно. Нет, конечно, это трагедия, которая произошла, и эти призывы, они серьезные, и они базируются на том, что нельзя забывать, но надо идти вперед. Поэтому я понимаю, что будет много критиков этой деятельности. Кто-то будет говорить о том, что вот непатриотично, причем с каждой стороны это будет то же самое, и так далее, и тому подобное. Поэтому
практический подход, он должен быть абсолютно практичным, то есть, извините за тавтологию. Если речь идет о начале взаимодействия, то оно должно выстраиваться на какой-то базе. Нормативная база, международная практика говорит о том, что это взаимное признание территориальной целостности друг друга. Это очень важно сделать. Следующим важным шагом, на мой взгляд, является начало функционирования коммуникации. Потому что коммуникации являются необходимым условием для развития экономических связей. В ходе поиска взаимной выгоды будет рождаться зачатки взаимопонимания уже на уровне людей и так далее. То есть этот процесс, он имеет определенную, так сказать, определенные стадии. Да? И стадии я постарался в начальной стадии перечислить. И главное, можно, конечно, все время оставаться в рамках выстроенных за многие десятилетия концепций исторических, идеологических, пропагандистских концепций, да? А можно постараться взглянуть на ситуацию новым взглядом. Что надо сегодня людям, которые живут там? Им нужна безопасность, им нужна возможность работать, им нужно, там, я не знаю, нормальное обеспечение электроэнергии. И в конце им нужно убедиться, что люди, которые живут рядом с ними, также ощущают себя в этой безопасности. Вот простая формула и схема. Поэтому опрекать эту схему какими-то другими понятиями, это утяжелять эту схему и делать трудной ее достижение. Поэтому ваша инициатива и ваше желание начать с реалистичного подхода и реалистичного анализа потребностей сторон именно на месте, мне кажется, является очень практичным подходом в этом направлении. Тофик Мэлен, всегда, я думаю, всех интересует всегда позиция больших региональных игроков в этом вопросе. Как вы могли бы оценить, уже прошел год, да, то есть вот этот формат отношений между Азербайджаном, Россией, Турцией, Арменией, Западом, то есть как вы оцениваете роль этих разных игроков, включая Европу и США, но также наших соседей, в том, какой они вклад могут сделать, чтобы все-таки помочь нам начать двигаться в сторону мира с Арменией, и Армении помочь прежде всего. Им тоже, я думаю, надо серьезно помочь. И как вы оцениваете вот эти попытки, что вы считаете еще могут сделать именно вот международные игроки для того, чтобы помочь вот нашим этим двум народам пойти в направлении мира, а не новой войны? Ну, вы знаете, как бы ситуацию с нашими партнерами в регионе, она много раз комментировалась. И сейчас что-то новое говорить, может быть, не имеет смысла. Но вот для меня в личном плане, как исследователя, было очень важно ощутить отношение важных структур, которые вырабатывают решения европейского уровня, европейского плана. Поэтому, возвращаясь к нашей сегодняшней встрече, я для себя подчеркнул очень многое, потому что господин Ишингер находится в самом топе, ситуационно, если брать, или в аналитическом плане. То есть Мюнхенская конференция по безопасности – это некая квинтэссенция, скажем, европейского взгляда на ситуацию во многих регионах, и в том числе и в нашем. Поэтому я так понял, что этот год был затрачен в основном на осознание того, что произошло. И сегодня это осознание уже полностью сформулировалось. Да, результаты военных действий решили те проблемы, которые годами не решались.
прежде всего освобождение оккупированных территорий и возможность вернуться огромному количеству перемещенных лиц в свои дома. И эта новая ситуация открывает для европейского анализа, значит, возможности для того, чтобы найти место в этом процессе. Азербайджан не скрывал своего отношения к возможной роли европейских структур. Это прежде всего концентрация на гуманитарных вопросах. И в данном случае вот то, что я сказал в начале нашей беседы о том, что актуальнейшей задачей является примирение двух обществ, я думаю, что это одно из тех направлений, где у наших европейских партнеров имеется большой опыт, имеются возможности для того, чтобы выстраивать, как сегодня выразился наш партнер или тот человек, который нас принимал, да, господин Ишингер, он сказал, выстраивать мосты. Yeah. И поэтому вот выстраивание этих мостов, на мой взгляд, является самой актуальной задачей. И мы надеемся, что европейские игроки присоединятся к этому процессу. Я повторяю, мы всегда должны понимать, что нам могут помогать идти к миру. Но эту дорогу должны пройти мы сами. Поэтому в данном случае я очень удовлетворен вот этой встречей, которая состоялась. И у меня возросла уверенность в том, что желание европейских структур содействовать вот в этом направлении, оно в ближайшем времени получит какое-то реальное воплощение. Тофик Малим, большое спасибо, что вы приехали в Берлин, что сегодня вместе с нами встретились с господином Ишингером, председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Я думаю, что на встрече мы затронули несколько очень важных вопросов, которые превратятся в очень интересные проекты с этим институтом. И я очень рад, что завтра вы тоже будете здесь выступать с Арманом, профессором Арманом Григоряном, и будете тоже в каком-то смысле пытаться налаживать мосты и с европейской общественностью, и с армянской общественностью. Я считаю, что это очень, очень важно, что именно такие люди, как вы, приходите, вы открыты для этих встреч, пытаетесь объяснить позицию Азербайджана, азербайджанского общества, азербайджанского государства, как независимый эксперт, из которого огромный опыт, да, именно в вопросах внешней политики. Благодарю вас. Спасибо за то, что вы приехали. Спасибо за это интервью. И я могу сказать, что мы как Restart Initiative, как Daha Yaxshi, ну, делаем и будем делать наш маленький вклад в это общее большое дело, в том числе примирение этих двух народов. Потому что я считаю, что у нас другого пути нет. То есть рано или поздно мы должны жить в мире. Мы можем друг другу нравиться, не нравиться, это другой вопрос, но в мире должны жить мы обязаны. Спасибо вам. Спасибо вам за возможность оказывать вам содействие. Рад нашей встрече. Будем работать.